Недавно Кубинскому военно-историческому клубу исполнилось 20 лет. За это время его члены занимались поисковой работой в самых разных уголках бывшего Союза. Все началось с поездок сотрудников местного музея, которые искали экспонаты на полях сражений. К экспедициям привлекали детей-сослуживцев, учеников Кубинской средней школы номер 2. Они расспрашивали местных жителей, участвовали в поиске и подъеме военной техники и погибших бойцов. Это кропотливая археологическая работа. Удается воссоздать и положение, в каком находился погибший воин, и точно идентифицировать останки, отнести к одному человеку и к другому. И послойно, вот в течение 4 дней, под снегом, под дождем, ребята снимали землю, и таким образом было постепенно эксгумировано останки 13 погибших советских воинов. На 73-м километре Минского шоссе установлен мемориал погибшим воинам-защитникам Москвы. Среди десятков имен – красноармеец Быхун Григорий Игнатьевич, 1919 года рождения. 15 декабря 41-го 250-й мотострелковый полк 82-й дивизии силами 2 батальонов проводил разведку боем в направлении деревни Еремина. Для Григория Игнатьевича и более 30 других солдат этот бой оказался последним. Изначально была информация о том, что в этом месте могут находиться еще неизвестные воинские захоронения наших солдат, погибших в 41-м году. Поэтому проводилась разведка поисковая. И в ходе разведки было обнаружено предполагаемое место залегания останков. В ноябре этого года кубинские поисковики обнаружили братскую могилу с 3 смертными солдатскими медальонами. Один из них удалось прочесть. Экспертиза не оставила сомнений. Все эти годы погибший красноармеец покоился не под мемориалом, на котором выбито его имя, а там, где погиб. Однозначно, что ошибки нету, так как фамилия в базе данных – это единственная. Она не имеет однофамильцев, поэтому мы уверены, что перезахоронение производилось, это было, наверное, в 50-60-е годы, условно, с целью, так сказать, увековечения памяти павших. Вот. Реально же воин оказался на том месте, где его нашли и подняли наши ребята. В мясорубке Великой Отечественной войны далеко не всегда удавалось отдать погибшим те почести, которые они заслужили. Однако работа поисковых отрядов позволяет наконец-то должным образом почтить память героев. Планируется, что весной Григорий Игнатьевич и его товарищи будут перезахоронены на мемориале погибшим воинам-защитникам Москвы в деревне Акулово. Святослав Савенков, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».